Чтобы откопать такие экспонаты советского прошлого, в Благовещенские дворы заходит тяжелая артиллерия. Выступает против лебединых статуй и ограждений из отработанных покрышек на земельных участках, которые даже произведением народного творчества не назовешь. При этом даже запрет на законодательном уровне не останавливает благовещенцев продолжать креативить на придомовых территориях. Последствия тяги к прекрасному убирает управление ЖКХ. Жители закапывают так глубоко покрышки, что приходится вызывать спецтехнику и брать трос. На это уходит очень много времени. Покрышка весит в среднем без земли 7 килограмм, с землей 10-15 килограмм. Это их таскать, это заменяет как спортзал. Такие дизайнерские решения не просто канули в прошлое и давно не актуальны, несут опасные последствия. Превращают двор в хранилище вредных отходов. При нагревании солнцем резина выделяет большое количество ядов, негативно влияя на окружающую среду. Есть проблема, что покрышки давным-давно одевали, допустим, садили дерево, да, и одевали там покрышку. А сейчас это дерево выросло, и, соответственно, там покрышку нужно распилить, ну, как-то демонтировать ее оттуда. Ну, то есть возникают и такие проблемы, сложности. Как, допустим, здесь, да, там они не просто их приехали, вытряхнули, увезли, а приходится привлекать технику. Техника у нас собственная, и поэтому справляемся нормально. В день рабочие собирают коллекцию около 100 покрышек, которые входят в 4-й класс опасности. Весь улов отправляется на базу ГСТК. С февраля коммунальщики собрали больше 2000 дворовых экспонатов. Вопрос их утилизации сейчас стоит на контроле городской администрации. Рассматриваются наиболее подходящие и безопасные для экологии и бюджета варианты. Для тех, кто тоже хочет избавить двор от вредных ископаемых, есть специальный чат-бот мэра Олега Имамеева. Его создали во время запуска акции «Крышка по крышкам». Подать заявку может каждый благовещенец. Для этого написать адрес, где таятся пережитки прошлого, и прикрепить их фотографии. Все обращения, поступившие в него, передадут в управление ЖКХ. После ведомство отрабатывает их с управляющими компаниями согласно графику. Наталья Барас, Дмитрий Тарасов, программа «Город».